Электронные счета фактуры – новация в налоговом кодексе нашей страны, имеющая ряд преимуществ. Например, оперативность получения документов и экономия времени на их обработку. Кроме того, автоматизация процесса позволяет избежать ряда ошибок, которые может совершить человек, оформляя счета вручную. Следует уточнить, что нововведение обязательно для всех плательщиков НДС, включая обязанность исчисления налога при приобретении объектов у иностранных организаций, которые не состоят на учете в налоговых органах. Иными словами, электронный счет фактура должен быть составлен при реализации объектов, включая их реализацию на экспорт, при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, также при приобретении объектов на территории Республики Беларусь у иностранных организаций, не состоящих на налоговом учете в нашем государстве. К примеру, если организация применяет упрощенную систему налогообложения и без уплаты НДС, она не обязана по своим услугам выставлять и предъявлять в документах НДС, соответственно, электронные счета фактуры ей выставлять нет необходимости. В то же время, если эта организация ввозит товар на территорию нашей страны, то она признается плательщиком налога на добавленную стоимость и, соответственно, должна предоставить электронный счет фактуру. Как же работает новая система? Продавец, заключая сделку, оформляет электронную счет фактуру, своеобразное подтверждение исчисления налога на добавленную стоимость, и передает ее покупателям. Они, в свою очередь, на основании документа принимают к вычету суммы налога, указанные в них. Таким образом, указанный документ применяется на данном этапе сугубо для осуществления расчетов по НДС между продавцом и покупателем и принятия к вычету соответствующих сумм налога, но при этом не является первичным учетным документом. Международный опыт показал, что электронные счета фактуры по НДС – действенный инструмент пресечения схем ухода от налогообложения и одновременно способствует обеспечению прозрачности как в налоговом администрировании, так и в предоставлении плательщикам возможности эффективно использовать время и материальные ресурсы. Более подробную информацию о механизме создания и действия электронных счетов фактур можно найти на интернет-сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.